have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами идем к одной из этих башен. Я хотел вам показать геймплей на танке, поэтому начинаем мы серию именно вот таким вот образом. Одну из этих башен я уже открыл. Где она там была? Их было 4. 3. Ясно. Вот, да, вот один из этих маяков завершен. У нас есть еще... Да, получается 4, это вместе с вот этим вот. Да. Я просто хотел посмотреть, как оно и что оно, и вообще оно интересно или неинтересно. На самом деле это обычная зачистка, но там потом происходит маленький синематик. В прошлом синематике ничего практически не было, нам просто Кортана сказала, что... Но, да, нужно больше энергии, поэтому нужно еще, и все. И на этом мы... Ты вообще нормальный? You guys can't possibly think you're gonna win this fight, can you? Ты что, с гранатами ко мне бежал? Да, танк у нас немножечко начал уже подгорать. Неожиданно. Ну, я проехал через пару бочек и пару раз не туда повернул, поэтому чтобы сюда добраться, у меня опять же ушло некое количество жизни этого танка. Ну, я хотел вам показать, насколько это, в принципе, не тяжело, если есть танк. Сейчас увидите. Где? Где снайпер? Хрюки стреляют. Со мной там спереди сидит еще пулеметчик. Да, кстати, насчет вот этих ребят, которых... Да, минус снайпер. Вот эти ребята, которых мы освобождаем, которые с нами ходят. Блин, если я не забуду, я сейчас ставлю сюда вот картинку, кого они мне напоминают. Вы что, специально сделали, чтобы я не смог заехать на танки? А я заехал. Нет, ладно, это было не... Ой, еще кого-то убил. То, что мне кажется, там цель. До свидания. Они такие бесполезные на самом деле. Вон, 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 вон! Минус. Ну, собственно, вот так вот все зачищаешь просто на танке. И приходишь на территорию. И все. Да, все чисто, спасибо. Если потом будет подкрепление, я думаю, мы сможем вернуться... Опять же, к нашему танку, поэтому это не будет большой проблемой. Очень редко получается подъехать к заданию на танке, но вот в таком случае, как вы видите, задание вообще перестает быть абсолютно каким-то сложным. Сейчас мы с вами просканируем вторую. Ой, тут еще и аудиозапись есть. Отлично. Это поникшее пламя, да? Да. Угу.
Perhaps I was wrong in my assumptions. To my dismay, it seems we have a new problem. I must investigate more before I bring this to the attention of the Council. Хорошо, давайте так. Let's see what we have here. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Done. We're gonna need to get two more samples, though. Sorry, I thought it would be easier. It's fine. Are you okay? It's nothing. I just felt like someone was, I don't know, watching me. Это интересно. Да, это, кстати, ну, не знаю. Вот эта часть, она преподносится как неожиданность. Ой, нам нужно еще. А на самом деле, ну, сразу же сказали, что нужно 4. Ну, вроде как с этим нет никаких проблем. Рептилоиды. Ладно, давайте на следующую базу. Это я подобрал. Да. В общем, ребят, смотрите, как сейчас выглядит карта. Собраны все модули спартанцев. Я даже нашел способ, как с этой башни его подобрать. Там оказалось немножечко хитро, но все-таки реально. Тут у нас не найдено буквально один артефакт предтеч и две башни. Здесь у нас тоже совсем чуть-чуть. Ну, в общем, все мьёльниры и все поинты собраны вообще на всех картах, везде. Давайте теперь вот сюда вот портнемся. Да, пожалуйста. Поэтому костюм у нас прокачан сейчас абсолютно полностью. И у нас еще даже остались лишние поинты. Я не знаю, будут ли у нас еще какие-то модули дополнительные. Если что, на них у нас есть... Есть тем, чем их прокачивать, так скажем. Теперь попробуем с вами полететь. Вот единственный костюм, который я не нашел, если вы помните, когда в прошлой, позапрошлой серии, который я искал и никак не мог найти. Я так понимаю, что он где-то под землей, но я не знаю, где вход. Это прям... Я там облазил абсолютно все. Кого он на этот раз придавит? А, они отошли. Они не всегда такие умные, чтобы подходить. Но в этот раз они отошли. Единственное, ну, как бы... Все, мне пока нравится, все хорошо, все нормально. Единственное, что мне не понравилось, если вы помните, мы с двумя хантерами сражались, то здесь было задание на устранение цели, и там было два хантера. И я играю на нормальном, не на сложном, нифига. И у них такое чудовищное количество жизней, что просто не знаю. Реально, я их расстреливал из вертолета минут 5. Если я пытался приблизиться к ним, то, ну, они меня реально ваншотают ракетами и всякое такое. А мне по ним нужно выпустить столько боеприпасов, столько всего. Ну, с полетами геймплей тут стал совершенно другой. Так, дружище, стой. Блин, нафиг. О, это что, снайперы по мне? Реально снайперы. Блин, тут этих машин просто до задницы. А ты кто такой? Вообще свали отсюда. Нормально, нормально они тут это жарят. Мне кажется, проще их будет вытаскивать.
Хотел меня раз... Да ладно тебе. Наконец-то. Бам! Вот этими электромагнитными импульсами тоже неплохо так достают, на самом деле. Просто обесточивают машину на какое-то время. И ты ничего не можешь делать. Да, ты не получаешь урона. Но при этом ты становишься очень уязвим перед любыми противниками, поэтому, ну, неприятно. Вот этих ребят нужно сразу сносить. Ого, они что, взрываются, у них какие-то термоядерные реакторы вшиты, не знаю. Бам! Просто ваншот! Ёлки-палки, такой ездишь, ездишь, зачищаешь, зачищаешь. Бам! Чё у меня прилетело-то? Ну, хотя бы отсюда, ладно, спасибо. Нет, серьезно. Не с нуля, и то хорошо. Еще кого-то убил. А, ракетница, прикинь, вот она. Это они с ракетницами? Свали, чувак. Най. Очнись. Есть, есть, есть. Где там этот ущербный? Погоди. Молодец, чувак, просрал тачку. Да чё ты... Хорошо, хоть этого успел убить. Нет, 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 Грена! Да встань ты! С появлением... транспорта, особенно летучего транспорта, да, жизнь очень сильно меняется. Да и вообще, как вы видите, транспорт меняет геймплей абсолютно полностью. У нас он и до этого был. А, все, еще чисто, супер. Но все же теперь у нас гораздо больше стало зачисток именно вот такого вот типа, когда ты прилетаешь или приезжаешь, потому что пеша ходить... А, я думаю, что-то не открывается, надо все открыть. За нами кто-то наблюдает. Это интересно. Послушаем, что тут. Изгнанника. Halo was the forerunner's terrible and ultimate solution to the parasite's relentless advance. Designed to destroy all sentient life, nothing was allowed to survive. And we were sure that nothing had. We were wrong. Mm-hmm. Кстати, да, насчет этих записей, я их собираю, ну, стараюсь собирать все, которые я нахожу, но... Как вы понимаете, с лором я не особо знаком. Я сейчас только стал играть во вторую игру из основных. Что-то я понимаю, что-то нет. И опять же, из того лора, который происходит здесь, тоже. Мне интересно же, что здесь происходит. То, что происходит сейчас, я более-менее понимаю, но глубокие какие-то мотивы мне до сих пор неизвестны. Поэтому я такой в положении между здесь. Will
что с тобой не так? Status. Status. What happened? Chief. Что-то отбросил? Scanned me. It's gone now. Are you sure? Yeah. Probably some sort of security protocol. It's nothing. Let's go get the last one. Мне кажется, все гораздо серьезнее, чем nothing. Ну, ладно. Поехали, заберем последний и наконец-то уже откроем эту фигню. Ну, то есть, видите, хорошо, что я... I don't know. Something scanned me. Something? Probably fine. Probably? Может. Or not. Really? Don't worry. We can handle it. Да, видите, дальше все-таки пошло немножечко сюжетно, потому что после первого маяка вообще ничего не было. То есть была вот эта вот заставочка, где она сканирует, у нее все нормально, такая, но у нас не хватает данных, и все, не было никаких намеков на то, что кто-то следит. Все самое интересное началось со второго, хорошо. Мне нравится совет, который они здесь дают. Для того, чтобы справиться с транспортным средством поскорее, попытайтесь сначала расстреливать его колеса. Фишка в том, что колеса только на наших транспортных средствах. Извиняюсь. Вон, видите, одного дебильчика убило просто сразу. Я не знаю, я могу заказывать на самом деле себе солдат вместе с техникой, вместе с оружием. Я могу себе заказывать солдат, но смысла от этих солдат я не вижу, потому что они тупые чуть больше, чем полностью. Здесь с этим сделали как-то... Причем нас даже предупреждают об этом в менюшке, говорят, что им справиться... Для них хрюк, и то это довольно большая мишень. Так, вот эти вот алтари, я не знаю, что с ними делать. Возможно, все-таки связано как-то с черепами. У меня, кстати, написано, что, например, там сложность нормальная, 0 черепов активировано. Но у меня, в принципе, есть только один череп, и я не знаю, как его активировать. Это уже другое дело. Так. Я не попадаю? Бортового стрелка убил. Сбить вот эту штуку, ну, типа, реально, оно... Ха-ха-ха! У тебя плазма не долетает. А снайпа долетает. Так, ладно. Он два танка высадил, ты серьезно? Вот как раз то, о чем я вам говорил, что вот... вот эти вот... Вот эти ребята, они слишком отвратительные, у них... А, так ты еще высаживаешь? Да успокойся ты! Офигеть, просто офигеть. Ну и чё? Да, проблема не в этой мелочи. Это мелочь, вот реально мелочь. Проблема вот в этом. Потому что их количество жизни просто зашкаливает. Снайпу я тут подберу, допустим, тоже. Главное, чтобы они сюда не зашли. Да хорош! Thank you.
Оно сюда идет, нет? Блин, это просто что-то чудовищное, погоди. Взял гренку ко мне, закинул. Как ты... А, ты белый. Извини, я думал, как ты не сдох. А что у нас там, третье? Я так сейчас все патроны потрачу. Да. А эта штука... Вы мне взорвали до конца. Ясно, боеприпасы закончились. Ну, давай вот эту. Черт, выкинул. Стенку выкинул просто в никуда. Фух, наконец-то. Че, еще подкрепление будет? Минус хрюк. Кстати, стенку, наверное, надо переключить. Оп. Боинг. Боинг. Дружище, успокойся. Надо мелочь вот эту поснимать. Так, ладно, все вроде. С большими справились, ну просто... Да, блин, сраная перезарядка. Наконец-то. Чтоб ты сдох. Кто у нас тут остался? А, он не покрывает до туда. Так, гренку хоть подберем. Дружище, поверь мне, оставаться вот тут вот... Осталось еще парочка, да? Совсем немного. О, у них револьверы были. Наконец-то. А, это наш. Фу ты, блин, придурочки пришли. Наконец-то.
never stood a chance. Да ну его. Вот эти вот танки реально бесят. Видели? Все гранаты, все патроны из револьвера, еще потом из снайпы, еще потом из этого. Просто какое-то чудовищное количество жизни, при том, что они реально пускаются гранатами, ракетами. Это единственное пока что мне не нравится. То есть все файты здесь просто офигенные. Даже когда я жалуюсь на то, что что-то не то, все равно мне это нравится. Но вот эти вот хантеры, это просто что-то за гранью добра и зла. Вот переговоры. Ну, поехали. Надеюсь, сейчас не будет никакого душнилова. По идее, не должно быть, но кто же знает. She's trying to find out what I am. Trying to use me to break the deadlock, start the spires. My routines plus the monitors. Not good. Then we stop. Stalemate. For now. She's close. Eventually she'll find a way. Then we have no choice. I've got you. Flag. Nothing happened. Sorry. Maybe I'm going crazy. Or just paranoid. Did you say something back there? It was nothing. Okay. Well, we've got what we need. Hmm. Это было сейчас... Довольно интересно. Let's head back to the spire. We should be able to bypass the security now. Что произошло? Ну ладно, поехали. По идее, сейчас нас уже ничего не остановит, да? У нас база прямо здесь. Поехали. Я не против. А, крюку можно замедлить. Ну, в принципе, да, если ты куда-то летишь, то можно. Просто у меня, наверное, не было ни разу нужды в этом. Я не знаю, есть ли там еще кто-то, поэтому я слетаю на А7. Если придется отстреливать еще каких-то чудиков. Если не придется, то и черт с ним, и хорошо. Где там наша основная точка? Вот там 200 метров. Нет, все-таки никого нету. Или есть? Прикиньте, есть. Тут еще целая база уродов. Я же это все зачищал. Вы че? Блин, а мне уже навешали, да? Дружище, ты заманал. Ну, конечно, да, я понимаю, я подлетел и начал гасить в упор, поэтому мне тоже навешали. Но... Да, кстати, воздушные транспортные средства, они вот очень непро... Очные, блин, все-таки анулили.
валим. Ладно. Ладно. До свидания. До свидания, дружище. Вот, в общем-то, и все. Элита мы загасили. Нам патрончиков где-то достать. Вон, может быть, там сможем разжиться. Я такой, а что ворота тогда надо открывать? Сюда надо было на танке приехать, а это было бы хорошо. Нет! Да, ты меня убей тут еще. Валим. Мелкие запуляли, просто пришло 10 человек. Ну ладно, сколько их? 3, тут 4 было мелких. Офигеть, то есть... С какой минуты? Где? Пожалуйста, не сначала. Да, не сначала, хорошо. Я могу... Могу. Ну, собственно, и все. Вот сейчас поговорим. Гренку подобрал, подобрал. С этим мы вроде разобрались. Ага. Нет, дружище, все, до свидания. Чем ты это сказал? На! Схватил две грены, ко мне побежал. Ну, блин, какие-то... У этих белых ребят, у них прям хорошие пушки, они прям это... Сдохни, пожалуйста. Бежит такой. Сколько? 39% осталось. Это что, подкрепление? Ну давай. Фиговое подкрепление. Очень фиговое подкрепление. Да хорош! Прикинь, как он заливает. Линкаку. Так, ладно. Чем мы можем? Ага, два раза тебе. Проценты. Это один выстрел. Да. Все. Их двое еще. Ну, нормальные. Так, грены. Блин, это очень фиговая тенденция. Прям без них уже ни один захват не обходится. Это очень сильно снижает скорость геймплея. Блин, все, патроны. Ну, то есть прям серьезно, патроны.
О, хотя бы так. Валим. Там еще есть такой, что ли? Я не понял. Да ёб, РСТ тебя, ну скучный, душный. Еще гренку подберем. Вот он реально вот так вот в рукопашную атаку. Он просто убивает. Так он стреляется гранатами. Да, спасибо, блин. Не взорвал мой же. Давайте, чтобы не два, пожалуйста, сразу. Давайте одного хотя бы. Где меня загрузили? Я убил одного? Да. Нет! Супер. Я еще не убил ни одного. Таш! Топ тебя. Наконец-то. Ладно, минус один. Хотя бы. Давай, давай, спрыгивай. На тебе еще по хребту. Ну, это просто отвратительное что-то. Отвали от меня. Иди к черту. Ну, просто у них невероятно, просто невероятно огромнейшее количество чертовой хпшки. Он взорвался прямо здесь. Так, там внутри какие-то ребята были, да? О, я могу этим взорвать его? Где ты, говно? Там можно перезарядить этот револьвер. Какой радостный рык, ты о чем? Чего ты радуешься-то? Иди к черту. Вот так вот сейчас просто серьезно, на секундочку к нему спустился, чуть не убил. Говна кусок. У меня гренки были все это. На, было еще пара гренок, ладно, мог воспользоваться. Я думал, что я уже все по нему выпалил. Мне ж не хватало, чтобы вы меня убили. Фух. Душнилова, душнилова, просто с этими придурками я их ненавижу. Твари. Мост, наконец-то.
Я, ну, их всегда по два высаживают. Стандартно, его просто одного не существует. Их всегда по два высаживают. Куда ж, блин, без этого? Опять. Come on, hit me. Это я могу тебе устроить. Чё? А, понятно, 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 понятно. Со спины чувак подошел. Нет. На, сдохни, тварь. Этот чувак уже почти мертвый, кстати. Все, успокойся. Empty. Почему сразу? Ладно. Давай, вези это говно сюда. Из невидимости просто. На самом деле, барьер, конечно, хорошая штука, но через него нифига не видно. Ладно, минус. А чё? А, то есть я через него прошел и он исчез? Все, все нормально. Ага, у них свой барьер есть. Почему у них, кстати, барьер не заканчивается? То есть они не на время, мой на время, у них... не на время... Ну, в чем прикол? Ну ладно. Двух элитов мы долбанули, так что... Все? Нет, еще кто-то есть. Еще хрюк есть. Ладно. Минус хрюк тоже хорошо. Glad that's over. Уж не говори. Ну что ж, поехали дальше. Жмем на кнопку, получаем результат. Посмотрим, что у нас будет. Блин, босс будет, конечно. It worked. Obviously. I never doubted it for a second. This structure under the ring calls itself the Nexus. Nexus, the Harbinger. She's here. Good. Let's go say hello.
Ой, блин, мне придется, кажется, здороваться с ней из револьвера, да? Везде у нас какая-то большая кнопочка посередине, да? Ладно. Пусть будет так. Сплетение. Where now? Down, I guess. You guess? Yeah, this is all new. Fresh. The Nexus appears to be below the gravity lift into the spire. We need to find it. Так, чувак, ты сразу сдохнешь. Ой, блин. Нафига я трачу патроны на вас? Что это у тебя за новомодная пушка такая? Чувак, с дробашом идешь нафиг. Так, дайте я перезаряжусь по-человечески. Ну, по крайней мере, гранаты дали подобрать. Как мы знаем, здешние боссы очень сильно страдают аллергией на гранаты. Ну, по крайней мере. Я что-то не думал, что здесь будет файта. Will it work? What do you think? If I told you what I... Oh, I get it. Sarcasm. You're funny, too. Sarcasm, да, значит... Чувак, на узкой поверхности... До свидания. Нет, 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 патрон заканчивается. Блин, патроны заканчиваются. Так, хрюки. Нельзя, чтобы меня хрюки убили, это будет позор. Дальность броска у них, конечно, прикольная. Блин, ну... Но я не хочу менять оружие, блин, ребят, дайте мне по станцию подзарядки. Чего упертые такие? Ну, снайпу хоть дали зарядить, то спасибо. Мне нравится револьвер, по крайней мере, вот его убойные свойства. Я не знаю, какое здесь оружие, в котором есть столько дэмэджа. Догнали. Спартанец, ты еще тут? Ты еще злишься? Ты ж в курсе, что я тоже так могу?
Спартанец, ты еще там? Ты еще злишься? Вот почему я не хочу избавляться от револьвера, понимаете? Эта штука слишком хороша. Я полностью... То есть я подхожу к станции, полностью заряжаю весь запас, и оно заканчивается. Нужно постараться беречь патроны. А, вот тут еще можно зарядиться. Нужно постараться беречь патроны, потому что... Если они заканчиваются, у нас оказывается проблема. Или даже проблема. Я тебя не заметил, дружище, извини. Фу, сохранение контроля. Ты понимаешь, что ты из дробаша стреляешь, да? Дураки. Прикольно. Look at that. The hologram, it looks like the spire above us. We're heading in the right direction. Говорю, надо поберечь патроны, ага. Зачем я по мелочи бросаюсь? Вот на, лови, дружище. Вот это было неплохо. Не, спиральки гораздо более полезны, если научиться ими пользоваться. Ты принес мне патроны. Спасибо, чувак. А, ты что, не добежал? Так, тут где-то ловкач. Я тебя видел, иди сюда. Пожалуйста. Короче, тебя. Фух. Дальше, дальше. Поехали. Можно пройти. Отлично. Ребят, мне кажется, дальше будет босс или еще какая-то фигня похуже. Поэтому я думаю, давайте пока что на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодшек. Всем покеда.